Приветствую всех моих подписчиков и тех, кто смотрит. Сегодня расскажу, покажу гофру глушителя на Евро 5 DAF, CF-ку. Вот она имеет такую вот форму, немножко заумную. На Евро 3 она просто идет гофра, эта часть отдельно меняется, без всяких проблем. Здесь она имеет коленце, имеет фланец под хомутик, и здесь то же самое, вот более такой кругленький фланчик. Это вся ерунда, производство Турции, стоит ориентировочно в Украине около $100, немножко больше. Пишите, интересно узнать, сколько стоит в России, в Казахстане, в Киргизии, в Белоруссии, в любой стране, где вы это смотрите. Поделитесь информацией. Хочется сравнить цены. Насколько дурят нас наши импортеры. В общем-то так. Номер я укажу в описании к видео. В принципе, у меня все. Подписывайтесь на канал. Дальше будет больше. Удачи!